Трагедия в семье Малышевой. Сочувствует вся страна. Телеведущую Елену Малышеву можно назвать счастливым человеком. Она живет в окружении чутких, понимающих и любящих родственников. Вместе с супругом звезда телевизионных эфиров вырастила двух сыновей, которые уже реализовали себя в профессии. Однако на долю Малышевой выпало и немало испытаний. Ушел из жизни отец Елены Васильевны, а ее сестры диагностировали страшную болезнь. Тяжелую потерю довелось пережить и жене, и ее сыну. Малышева смогла наладить прекрасные отношения с невесткой. Она старается поддерживать молодую семью в трудные минуты. Мне очень повезло с невесткой, девочкой, на которую женился мой старший сын. Я передать не могу, какая она чудесная, и сколько ей пришлось пережить за последние дни. У нее мама тяжело болела раком. Ночь, когда родился на второй день, родственница умерла. Прямо на родильном столе она узнала о том, что ее мама умерла. Это были страшные дни в родильном доме, рассказала телеведущая программа «Первый канал». Честное слово с Юлией Николаевной.